четверг в Иванове прошли антитеррористические учения. Согласно легенде, персонал и посетители одного из городских кинотеатров, а это более 90 человек, оказались в заложниках у террористов. Преступники потребовали предоставить им автобус и самолет для вылета за пределы страны. Но в результате проведенной на аэродроме северной спецоперации террористы были обезврежены. Заложники освобождены. Помимо теоретических и практических навыков предотвращения теракта, были отработаны модели эффективного сотрудничества всех силовых структур региона. Руководитель оперативного штаба в Ивановской области, начальник регионального управления ФСБ Игорь Завозяев, слаженным действием всех участников учений дал положительную оценку.